Итак, всем привет! Сегодня 27 декабря 2015 года. Сейчас буду есть домашние пельмени с бульоном. Вот сейчас покажу, как они выглядят. Вот такие вот домашние пельмешки с бульончиком. Вот. Сейчас буду есть их и оценивать, насколько баллов они тянут по пятибалльной шкале. Так, ну что, начнем. Блин, они горячие вообще. Блин, горячие вообще. Ну, вкусные, классные. Ну, бульончик. Все-таки домашние пельмени есть домашние пельмени. Знаешь, какое мясо перекрутил, сделал фарш из настоящего мяса. Налюбил пельмешек и ешь. Так, один попробовал, мне понравился, вкусно. Вам крупным планом покажу. Пельмешки. Пельмешки без спешки. Да, классный, вкусный. С бульончиком вообще то самое то. Я, короче, как их готовил? Ну, мы налепили эти домашние пельмени, сами купили мясо, сделали фарш, налепили пельмени. Потом уже, как я их готовил? Поставил воду греться. Вот, вода закипела, бросил туда кубик Галина Бланка, растворил его вот в этой воде, а потом кинул туда пельмени. Ну и пельмени сварились и получились как пельмени с бульончиком. Так, еще сейчас один попробую. Ну вот они, домашние пельмешки из свинины. Блин, сок из них прямо брызгает во все стороны. Классно и вкусно. Прям настоящее мясо, не то что какая-нибудь там фигня соевая. Мясо, лук, перец и соль. Вот и весь фарш. Ну и тесто тоже домашнее. С домашними пельменями, правда, возиться долго. Магазинные проще. Купил, сварил. Но зато домашние пельмени намного вкуснее. Хоть потрудился, но знаешь для чего. Вот смотрите, домашние пельмешки крупным планом. Вообще классные получились. Перца в меру, соли тоже в меру. Тесто хорошо проварилось, фарш тоже хорошо проварился. Вообще классное. В общем, по пятибалльной шкале я ставлю этим пельменям 5 баллов. Вообще очень вкусные. Ну, сейчас еще один съем. Вот именно когда фарш, правда, вот ты делаешь сам фарш, блин, из настоящего мяса, ты знаешь, что это именно настоящий мясной фарш. Не какая-то там фигня, там мука и соя, блин. Настоящий мясной фарш. И пельмени вообще совсем другого вкуса. Ты именно ешь, наслаждаешься именно вкусом. Вообще такие офигенные.
пельмешки. Домашние пельмешки с бульоном. Давайте, ладно, еще один съем. Ну, оценка моя уже не изменится. Это понятно. Они мне очень нравятся, очень вкусные, классные. Это было бы удивительно, если бы домашние пельмени бы не понравились, блин. Как могут не понравиться домашние пельмени из настоящего мяса? Я говорю, тут состав только мясо, соль, перец и все. В общем, итоговая оценка за домашние пельмени с бульоном я ставлю 5 баллов. Ну ладно, всем приятного аппетита, всем счастливо и пока. До новых встреч.